Заседание нового 4-го созыва Совета депутатов открыл глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов. На рабочей встрече присутствовали все 20 новоизбранных депутатов. До этого несколько заседаний проходило не в полном составе. Первый вопрос, который стоял на повестке дня, это избрание председателя. По результатам голосования председателем Совета депутатов городского поселения Видное, 4-й созыв, избран Павел Николаевич Грудинин. Прошу. Также депутаты обсудили вопрос об избрании заместителя председателя совета. Были выдвинуты две кандидатуры – Анатолия Хомякова и Алексея Журавлева. Но голоса депутатов разделились поровну, поэтому этот вопрос пока был снят с повестки дня. И принято решение организовать консультации с политическими фракциями и уже после провести голосование. Это заседание можно назвать организационным. Народным избранникам предстоит быстро влиться в работу. Для этого глава городского поселения предложил депутатам несколько помещений, где они смогут проводить рабочие заседания и встречи с жителями. Мое предложение следующее. Если совет депутатов назначен, то поступается очень просто. Уведомляется о том, что собираются, чтобы был доступ, чтобы никаких собраний здесь не было, совещаний. Это первое. И будут пропускать спокойно. Кроме того, в администрации городского поселения на Лемешко есть специальная комната. Там ее, конечно, надо оборудовать. Можно там в рабочем режиме тоже собираться. Следующее заседание Совета депутатов городского поселения Видное намечено на 16 октября. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.